Через века и разноголосицу мнений пронес наш город свое первородное имя. Действует на каждого обликом, атмосферой, легендой. Для истинного же саратовца это заповедная часть души. Все, что было и будет в судьбе нашего города, так или иначе связано с Волгой. Саратов и возник 4 века назад как город-крепость для охраны восточных границ Московского государства и Волжского торгового пути. Сюда выезжали, бывало, бесчисленные подводы, груженные рыбой, солью и, конечно же, непревзойденной саратовской пшеницей. Что осталось сегодня от прежней улицы? И не хочешь, а вспомнишь Пушкинское. И стих, взлелеянный на лире, лишь в эпизодах кажет лик, как на изношенном мундире сияет шитый воротник. Славу знаменитой нашей пшеницы мы дали клятву возродить. Исконный же облик старой улицы утрачен навсегда. Столицу Поволжья путеводитель прошлого века представляет так. Саратов с его щеголеватыми улицами, с его конкой и хорошим уличным освещением, с его сетью телефонов и вообще всяким благоустройством есть выхоленный красавчик город, каких встречается на Руси крайне мало. В это же время в черты родных мест вглядывается Николай Гаврилович Чернышевский. В 1889 году он вернулся в Саратов. В 28 лет разлуки с отчим домом уместились и слава сеятеля великих истин, и беспросветность сибирской ссылки, и мучительная невозможность влиять на жизнь своим словом и убеждением. Он мечтает создать новый журнал, намеревается писать заметки о саратовской старине, но уже не успевает сделать ни того, ни другого. Все, что было когда-то живой жизнью, плотью и кровью, отрадой и страданием, сегодня лишь фотография, макет, роспись на стене. В детстве, учась каллиграфии, Чернышевский много раз повторил в своих прописях: «Честный человек всеми любим».
часто ли вспоминал он эту наивно-беззащитную формулу, когда пришло время действий и поступков? Чернышевский принадлежит всему миру, но более всего Саратову. Здесь истоки его судьбы, трагической и прекрасной одновременно, круг его душевных привязанностей. Истинный саратовец не прочь покрасоваться и не упустит случай громко заявить о себе: «Знай наших!» Удивить мир неожиданной выходкой, посостязаться в лихости и нарушить пресную повседневность веселой игрой – это у нас в крови. Давай, 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 давай